Любовь долго терпит, не просто слова. Пожалуй, это главные слова, которые должны стать девизом каждой супружеской пары. На этой выставке с одноименным названием их всего 22. Пары, прошедшие испытания, но сумевшие сохранить любовь. С фотографий на прохожих смотрят лица, излучающие свет и тепло. Автор фотопроекта Алиса Гокоева подарила городу этот замечательный проект. Фотографии сопровождаются краткими историями любви. Удивительно просто, но символично. В центре композиции лебеди, как символ любви и верности. Будешь проходить мимо, посмотришь, пойдешь домой, как-то поцелуешь свою жену, купишь ей букет цветов, скажешь ей какое-то доброе слово. Ну, может быть, это будет какой-то небольшой стимул или напоминание о том, что вот людей надо радовать, чтобы дожить вот до таких преклонных лет, потому что половина моих героев – это пары, которые друг с другом прожили больше 50 лет. Но это большой срок. Есть пары и 60 лет прожили. Вот. Но есть чего брать пример. И я не случайно еще какие-то выдержки текста сделала, потому что, мне кажется, это тоже как-то поучительно. Секрет долгих и счастливых отношений прост – это терпение и прощение. В этом мнении едины все участники выставки. Катя Тигиева приняла участие в фотопроекте незадолго до рождения дочери и сегодня пришла на выставку с малышкой на руках. Во время фотосессии я ходила в положении на последние месяцы беременности и где-то через недельку-полторы вот так вот родила дочь. Я хочу пожелать всем семейным парам, любите друг друга, дружите, никогда, даже если ссоритесь, то все равно прощайте. Самое главное – прощение, дружба в отношениях и счастья вам. Фотовыставка «Любовь долго терпит» на проспекте Мира продлится до сентября. Уже сейчас она вызвала большой интерес у горожан. В день открытия ее посетило более 300 человек, и каждый унес с собой частичку тепла и любви. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.